Это такой увлекательный урок, только прямо на улице, да еще возле елки-красавицы на главной площади Щелково. В этом импровизированном уроке принимают участие юные пешеходы, учащиеся школы. Они слушают, несмотря на все превратности зимней погоды, очень важные и серьезные разъяснения, которые им обязательно пригодятся везде, где есть автомобили, и во все времена года, но особенно на зимних дорогах, где транспорт становится порой, увы, плохо управляемым. Сегодня это мероприятие в преддверии Нового года вместе с нашими коллегами из управления по ГИБДД Щелковского района мы проводим именно для того, чтобы напомнить вам, дорогие ребята, и не только ребятам, а и нашим уважаемым взрослым, что безопасность на дорогах прежде всего. Урок по правилам дорожного движения детям преподают сотрудники отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Мы должны воспитывать будущих водителей, будущих пешеходов. А начинать это необходимо с самого первого посещения детского садика. С детского сада, со школы мы должны воспитывать в детях неприятие к любому, в любом виде нарушений правил дорожного движения. На площадку возле елки в этот день приходили и совершенно сказочные инспекторы дорожного движения. Они оказались Дедом Морозом, Снегурочкой и даже Бабой Ягой. Мне это нравится. Мне больше всего понравилась Баба Яга, и вот она прям придает новогоднее настроение. Ну а больше всего ребятам понравились подарки. И среди них, что очень важно, светоотражающие элементы. Сотрудники полиции взяли с ребят честное слово, что они обязательно в темное время будут их носить на одежде. А еще дети обещали, что расскажут об этом своим родителям. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».